Всем привет, с вами Микаэл Максимов. Сегодня мы лепим декорации для пластилиновых вод. Вот что у нас есть. И начнем мы с дерева. Для этого нам понадобится коричневый пластилин вначале. Был перенос кадра, и сейчас... Вначале надо будет его раскатать. Вернусь, когда раскатаю. Делом я убрала вначале то, что не нужно, и надо будет раскатать. Я поставлю быструю. Корни у нас готовы. Вот такая у нас конструкция получается. Дальше нам понадобится... Это убираем из жлишки тоже. Дальше нам понадобится зеленый. Для этого вот этот у нас есть зеленый. И сейчас будем смешивать этих два цвета. И вот то, что получилось в итоге. Вот такой вот красивенький зеленый. Мне не хватило желтого, поэтому я сейчас добавлю еще. А потом эти вот два цвета надо будет смешать. Вот это вот и вот это вот. Я сделал, и сейчас будем следующий цвет смешивать. Я вот сделаю сейчас сверху как шапочку дерево. Дерево наше почти готово. Вот я сделал еще три камушка, и сейчас мы будем раскладывать на поле битвы. Вот мы завернули камушек в, и будем второй камушек делать. Для этого нам надо будет уже разрез настоящий. Делаем операцию каму. Оп. Надо будет еще второй пластилиновый ножик взять. Как врачи мы. Оп. И засовываем туда. Все, можно обратно его закрывать. Два камушка мы уже сделали. Их убираем. Дерево, кстати, напоминает как будто из террарии. Есть такая игра. Упало. Так, дальше я из этого несколько камушек сделаю за кадром. Вот я расставил, и вот результат.